Всем привет, доброе утро. Сегодня вторник. Ух, третье. Уже сентября, уже сентябрь пошел, уже осень. Мы сейчас еще все равно третья неделя пошла наша реабилитация. Понедельник, вчера, сегодня мы занимаемся в таком же режиме. Пока режим у нас немножко изменен в том плане, что нет психолога. Психологом мы занимались, получается, на прошлой неделе по часу. И в эту неделю у нас нет психолога и массаж. Массаж тоже уже ушла в отпуск. Но у нас осталось пока ЛФК 2 часа и логопед. Вот. Вчера мы были одни, сегодня мы вообще одни. Сегодня у нас Андрей на работе на сутки. Эмилька сейчас тоже пошла в школу. Эмилька уже занимается второй день. У нее такое достаточно тяжелое расписание. Она в том плане по 7 уроков. Там пока свои нюансы, пока свои притерки. Немножко с педагогами по... Новые педагоги, новое расписание. Она у нас гуманитарный эконом, соцгуманитарный класс. Занимается с педагогом. История сейчас будет. Опять они просто дают им, пока сейчас расписание меняется. Со школы устаканивается, поэтому будет сейчас выстроен график работы с историей и английским. Дальше будет видно, еще по идее должно быть русский. Надо брать педагога, наверное, хотя бы как бы для подготовки к экзаменам, потому что в школе что-то там у них всех педагогов поменяли. Она пока немножко расстроена, но ничего, сейчас войдет в свою колею, выстроится план. И будем там дальше работать. Я вот здесь в своей комнате. ЛФК мы не снимаем. ЛФК, не знаю, в общем, ну, вроде мы разговаривали с администрацией. Администрация сказала, да, снимать, но специалисты не снимают. В принципе, пускать вроде как не пускают, заходить туда, чтобы он не отвлекался. Не хотят они снимать, не хотят они... фотографировать. Ну вот фотографировали на прошлой неделе последнее, то, что я вам выставляла, и все. Поэтому, не знаю, посмотрим. Возможно, даже уже будет. Догадайся сам, как оно будет. Ну, посмотрим. Не знаю, пока сейчас... Как потому, что Андрей в пятницу вроде спросил. То ли у специалиста не было настроения, в общем, то ли они друг друга недопоняли. Вроде ничего такого я не ставила, сказать какому-то плохому. Я ставлю только то, что мне сейчас они снимают и сами отдают. Я сама не присутствую, сама я ничего не фотографирую, не снимаю. Ну, в общем, что-то опять не понравилось. Что не понравилось, не могу понять. Но пока так. Возможно, будет еще возможность. До пятницы мы еще здесь. Но нет, так нет. Могу просто вкратце рассказать принцип потом, если что, самих занятий. Возможно. А возможно и нет. Не знаю. Посмотрим, как оно получится. Дальше наши планы пока еще зыбкие, потому что у нас впереди мониторинг. Нужно пройти мониторинг. После мониторинга нужно пройти эпилептолога, с ним поговорить. Все, и только после этого я буду уже выстраивать план нашей дальнейшей реабилитации. Но план у нас, в принципе, практически, наверное, один и тот же, который сейчас основной. Это Крым. Все равно пока Крым. Лучше Крыма, эффективнее Крыма, только Крым. Вот так я скажу. Да не забираю я. Мне хватит одной. Угу. Ну, она так будет вот такого же типа, я так думаю. Потому что она и по расцветке похожа. Видишь, как Андрей сказал, конечно, хотелось бы породистого чего-то. Я говорю, ладно, сейчас у тебя заморачиваться. А вот красавчик тоже. Кс-кс. 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 И еще один. А ваша сестра уже живет у нас. Кстати, для Мики. Диорама жизни все мрачно, и она запутала меня. Я пытаюсь действовать, но грусть душу охватила, грех мой путь. Это куда? Низи. Грязнули. На шарик? Ну, сейчас немножко отдохнем, 3 часа мы. Пока покушали, посидели, повалялся, с котиком он поиграл. У нас вон котик спит, под этим спрятался. Уснула там. Сейчас я немножко отдохну, сейчас Мику встретим. Сейчас Эмилия должна прийти еще сколько времени? А, главное, градусов 28. О, как тепло, хорошо. Надо окно открыть. Она со школы сейчас к нам должна прийти, покушать. Да не снимаю. Дала показать, повыпендриваться, а теперь не разрешает. Там не снимай, школу не снимай. Ну, он бедно не фокусируется аж со страху. Не хочет. Социальная защита, это старшая наша Эмилия за этот. А имя сказала. Ай-яй-яй. Ну ладно. Ну ладно. Фамилию нельзя, имя нельзя. Школу нельзя. Покажу только вот. 5-5. Это все было? Проект? Курсовая работа была. Такая большая.
Ничего себе, ты все катала? Да, сама писала. Сама от руки писала? У меня сюда официальная бумага, сноски, вон, и там приложение. В каком вот? Реабилитация, абилитация. Эмиля, ты знаешь разницу между реабилитацией и абилитацией инвалидов? Реабилитация — это когда учиться тому, что уже знал ребенок или там человек-инвалид, который потерял свои знания. А абилитация — навыки. Это заново, да. Правильно. У Ярослава что получается? А технические средства реабилитации? Ничего себе. Ну, это как раз то, что вам должно предоставить государство в определенных количествах. Это вот Яськины ходунки, это вот Яськина обувь, это... А у тебя есть это, какие что должны предоставлять? И что предоставлять должны? Ну, там список есть, чего могут предоставить. Вот это технически? Да. Федеральный перечень. Ребята, вот, обращайтесь, есть кому. Ну, здесь перечень самого нету, здесь просто на него... Ссылка? Ссылка, да, ссылка. Вот, видите, у меня кто растет. По защите прав инвалидов. И помощь коммунальных, оплате коммунальных услуг. Там тоже есть. Ну, жильем там типа посчитается, когда делят проценты. Там, по-моему, должны быть какие-то у тебя условия, чтобы это быть малоимущим, только после там этого обеспечивают. Есть, да. Вот есть обеспечение мер поддержки инвалидов, угу. Помещение коммунальных услуг, а есть просто само жилье предоставляют. А этот там сумасшествием занимал. А как все отвлеклись? Он кошку уматывает. Вышла я до магазина. Теперь сейчас мне Эмилька пришла. Тебя задачивает. Нам сейчас надо завтраки, обеды, ужины. С собой в школу. Потому что они допоздна занимаются. И теперь их надо чаще. Чтобы кушать было. Думаю, сейчас надо что-то покупать. Чтобы на перекусы какие-то. Все, мы проводили нашу Мику. Она поехала домой. А Яра пойдет домой сейчас. Ты что там? Куда? Чего? Пошли. И вот решили. О, хорошо сейчас. А, видно, хоть стало вас. Вот этот памятник. Вот устанавливаем тренировки. Опять ходим. Ходим. Хоть сейчас хочу пойти вот так вот. Еще взяли тутора на ножки. Ну, хотя у него тонуса нету в ногах. Вот честно, ноги на самом деле классные. Реально, в принципе. Просто немножко он поправился, ему тяжелее стало ходить, но сейчас ничего. А тренировки? Тренировками восстановим силу. Что там у тебя? Серьезный вид, мальчик. Что? Куда ты сам намылился? Куда? Ну, я так и поняла, он хочет вот в это подземелье туда. То есть у нас переход вот такой, на ту сторону. И вот он несется, чтобы сказать, Яр, мы туда не будем сейчас подниматься? Или будем? Я так понимаю, что будем. Шарик. Яра пошел подземный переход. Конечно, переход в таком состоянии, вот там все поломано, все раздолблено. Ну, Яра захотел здесь пройти. Ну, в принципе, хороший пандус. Аккуратно. Развлекается, а? Тренировку. Не, ну, честно говоря, вот так вот еще самому, а колеса, посмотрите, как обтираются. То есть не проходит. Вот если с коляской спускаться, то она не пройдет. Ты коляску порежешь все колеса. Давай, Яр, пошли. Да. Китайский хохол. Вроде маленький, добрый. А ногу разорвал, что до сих пор шрам остался. Я ничего не имею против собак, но был такой горький опыт. Ну, да, что такое. Ну. Как говорится, сытый голодный не вразумеет, все равно поэтому. Они нас не поймут, мы их не поймем.
Яра просто движется немножко своеобразно, и поэтому собака да, она реагирует на неадекватно. Они не могут понять, в чем происходит. Движение что это, нападение или что, или как? Другие движения, которые непонятны собаке. Я вот сколько обратила внимание, они, собаки реагируют на него агрессивно. То есть, когда они не могут понять, что такое, что за движение. И поэтому движутся так же, да, начинают атаковать. Поэтому здесь уже не то, что собака добрая, не добрая, она просто воспринимает. Мне кажется, у них адреналина много. Собака почему бьет? Кусает. Она как чувство страха, да, чувство адреналина. А у них страх зашкаливает. Поэтому у них адреналина так и так много. Не хотели снимать, да, что вы? Не хотели блок снимать. Я стоп. Ну, я, кстати, неплохо идет. Я думала, будет хуже все намного. Мне как-то он был... Нет, ну там давай не будем, это перекладывание, мне идет по лестнице. Я... Ну, по лестнице. Папа, там неудобно просто. Я сейчас папа, подниму наверх. Не сможешь, папа. Не. Ну, конечно, подъемники стоят, но я так думаю, что они никогда не работали. Все поломано, в принципе. Все разбито. Давай, Ярослав. Пойдем, дождик моросит уже. Я думала, вот по этому ходу не здесь подъем хороший. Я думала, походить. Идти в Катарахан, но, наверное, все. Ну, дождик, да. Подъем. Садишься ты? Все, Ярослав садился. Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got none. I won't break my heart. Ужин Ярослава. А? Я говорю, ужин Ярослава. Я не буду тебе показывать. Папе не нравится его ужин. Да мы проходили, прогуляли, поэтому уже и не... А этот Соня пускает, сидит, как этот. Да. Что? Спать хочешь, что ли? Дальше. Спит. Дальше. Спит с Андреем? Обалдеть. Играй дом, скажи. Сейчас положу. Что там у тебя? Ну, после дождя здесь воздух вообще обалденный, прикольно. Хорошо, конечно, жить вот так, курочек завести, хозяйство свое. Вообще обалденно. Хвои, такой дворик, парни, да? Хвои. Да не, вот там же хвойный лес, а хвои, парни, вообще шикарно. Свежесть такая вообще. Ну да, свежий очень сейчас. Свежий воздух, хороший. Красота. И маме сейчас, мне сейчас в школу, кстати, не забыть. Нас сегодня вызывают. Завуч? Угу. Ну, хочет отдать там программу, что там, расписание. Не знаю, конкретно на нас ходит. Сейчас схожу, да, посмотрю, приеду. Сейчас надо сразу просто быстро не тянуть резину, сразу уезжать, потому что мне в час надо уже будет вас оставить. И в школу. Ну да, и всем привет, наверное. Не знаю, прям сегодня четверг.
куда оно попадет. В общее или отдельно уже будет. Посмотрим. Я уже в школе, сейчас иду в завуч. Буду посмотреть, что она мне скажет. Что когда. Потом вам все расскажу. Мы остались пока переодеваться, раздеваться, кормиться. Нам дали расписание, с понедельника начинаются занятия. Я сейчас написала еще раз заявление. То есть, как бы, ну, это была справка, знала о домном обучении. Я написала заявление о домном обучении. Мне дали координаты педагога. Педагог уже к нам приходит, понедельник на занятия, расписание, учебники. Сейчас нужно взять нам еще купить прописи. И начинается с понедельника школа. Пока я тут реконструкцию комнаты устраиваю, все переношу, пока убираю часть туда, мне надо освободить территорию. Мои ребята вот решили здесь опыты сделать. Что? Аккуратно. Так, бери таблетку. Бросай туда таблетку, только аккуратно. Аккуратно бросай. Ну и что там? О, пузырьки пошли какие-то. Сейчас еще вращать надо. Ну, что это там идет? Это процесс идет. Подожди. Красота какая. Синяя таблетка сейчас. Сначала она должна брать. Это какую бросили? Желтую? Да, желтую. Видишь, она? Вот только красная нужна, да? Угу. Вот там какой-то процесс пошел. Вон, видишь, бурлит, как она начинает. Все больше и больше бурлит, смотри. И красный осадок. Но это сначала растворится, потом мы будем другого цвета класть. Сначала надо то, что... Вон, посмотри внимательно, как она. Ну, видишь? Что там, аккуратно смотри. О, красота какая получается. Что бурлит там. Она вся должна сначала... Бросай. Не получилось? Ну вот, тренировка для руки. Поймать. Опять не получилось. Давай. О. Пошла реакция. О, класс. О, классно, смотри, она как идет. Яр, смотри, как она идет. Сначала она вся этот, потом мы еще положим. Теперь синюю таблетку, да? Давай, аккуратно. Да там вообще что-то все забурлило, за... жесть. Ну, смотри, как классно получилось, а? Мама. Да. Мама так это, да. Видишь, смотри, черные шарики, мы все смешали, получилось. Непонятно, да? Ну, цвет какой? Он какой-то серый получился. Пить хочешь это? Я буду пить. Ну, чё? А сам не хочет. Да, ты мне предлагаешь пить? Обалдеть. Я. Ты хочешь моей смерти, да? Спасибо, я. Я набурдил, а теперь говорит, попробовать пить. Обалдеть. Ну, прикольно получилось, да?